Начался сезон плодоношения клубники. Значит, клубника спеет, ягодки это, надо спасать ее от птиц. Каким образом я вот поставил такие ветряки. Здесь, в следующем огороде, у меня тоже такие вот ветрячки самодельные. Значит, палочка, на палочке вот гвоздик вставлен, вот такой ветряк. Этот материал взят из органайзера какой-то такой, вырезан. И тоже на гвоздике вращается. Конструкция быстро делается, легко. Это вот от бутылки вырезал. Прибил хвост. То есть он дает направление ветра. И даже при слабом ветерке очень неплохо крутится. Я отпугиваюсь. Обязательно делать разноцветный. Вот у меня тут не сильно разноцветный, но обычно надо сочетать там синий, там желтый, вот такие вот яркие цвета, чтобы поблескивали. Это эффективно работает от птиц. Пока что я не замечал, что поклеванная ягода. Если будет все-таки, я дополнительно компакт-диски развешу. Но пока не вижу поклеванности ягоды, так что делайте вот такие ветряки. Они очень просты в изготовлении, легко делаются. Их на зиму убрал, собрал весной и летом. Опять подошел, поставил. Все это многоразовая конструкция. Кстати, вот ягодка спеет, видите. Это, по-моему, сорт слоник. Дает высокий урожай. Это свежепосаженные. Поэтому кустики еще небольшие. Размножается и клубника. Правильное название — клубника садовая. Видите, работает. Сейчас я вот подойду к другой огород, посмотрим, как там ветряки. Вот видите. Вот такая конструкция. Здесь применил немножко другой хвост. Как бы из двух таких направляющих бутылку согнул. Более точная идет. Ну, отверстие я смазал силиконовой смазочкой для легкого вращения. Вот такая штука. Такие садовые дела, значит. Видите, работает, да? Так, ну и тут, видите, заметили, что под клубнику обычно сыпятся опилочки. Опилочки, они легко смываются, но ягода лежит не на земле. Если она лежит на земле, то она что-то начинает плесневеть, портится. Тем более у нас погода такая дождливая. У нас осадков очень много выпадает. Поэтому есть такой риск порчи ягоды. Ну, вот тут оторвалась одна штучка. Надо будет взять суперклей, подклеить. Но она тоже все равно эффективно работает, крутится. Вот такой огород. Вот такие у меня ветряки. Кому понравилось, ставьте лайки. Если кто не знал об этом способе. И подписывайтесь на мой канал.